to injure more than my pride, Merlin. Apologies. Oh. Hello, old friends. We have so much to discuss. Foolish Arthur Pendragon. Do you still trust your demonic advisor? His wicked magic led to Camelot's fall. Camelot, Olympus, both will bend to my will. Boy. Итак, всем привет, народ, вы на канале Арти, и у нас обзор новой богини, а.к.а. темной колдуньи из пантеона Авалон, Моргана. Сначала в ролике мы рассмотрим все ее способности, а в конце я подытожу свое мнение, а вы свое сможете уже оставить в комментариях. И сразу хочу попросить, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал, если любите Смайт так же, как и я. И не забудьте вступить в мою группу ВК, потому что на момент выхода ролика там разыгрывается новый Battle Pass Monster Cut. Пассивная способность, усиленный меч. Способности Морганы отмечают вражеских богов и активируют символы на ее мече, дающие магическую силу. Собрав все 5 символов, Моргана получает вдвое больше магической силы, а перезарядка поглощения силы, это ультимативная способность, сокращается на 10 секунд до окончания действия всех символов. Первая способность – мастерство печати. Моргана призывает зачарованный меч, который оставляет на земле метку одной из печатей. Задетые враги получают различный эффект. Эффекты, которые могут получить враги, сейчас на вашем экране. Вторая способность – полет дракона. Моргана создает иллюзию дракона, который вырывается из земли перед ней, наносит урон и подбрасывает задетых врагов. Затем дракон летит вперед, вновь нанося урон и отбрасывая врагов. Задетые вражеские боги получают метку духа. Третья способность – волна дикого огня. Моргана выпускает вперед волну дикого огня, которая наносит врагам урон и останавливается, задев вражеского бога. Затем волна взрывается, создавая ослабляющую область, наносящую урон 4 секунды. Враги, использующие способности передвижения, получают урон повторно. Скорость передвижения Морганы увеличивается, и она может продлить ослабление врагов, разя их базовыми атаками. Задетые вражеские боги получают метку сущности. И самое интересное – ультимативная способность – поглощение силы. Моргана поднимается в воздух и поглощает метки врагов перед ней, нанося урон и усиливая последующие атаки. После небольшой паузы она может выстрелить 3 сферами темной энергии, нанося урон и исцеляясь за каждое попадание по вражескому богу. Чем больше меток она поглощает, тем шире становятся сферы. Исцеление от попадания одной и той же сферой уменьшается на 50%. В общем и целом, Моргана мне понравилась. Обилки прикольные, мастерство печати классное, скилл, классные печати, все мне понравилось. Визуально бог очень красивый. Я считаю, что Хорезы ее специально сделали такой, какая она есть, и она не маг. Это маг, точнее, не на среднюю линию, а маг именно в джангл. Мне кажется, они это именно хотели сделать, и ее способности, собственно, об этом говорят. Мне богиня понравилась, надеюсь, вам тоже, поэтому давайте вы поставите лайки, если она вам понравилась, дизлайки, если не понравились. Если есть какое-то другое мнение, напишите обязательно на нем в комментарии. И не забудьте, пожалуйста, про розыгрыш ВК. Всех обнял, спасибо за просмотр.